Марина Николаевна, вы знаете, я всегда искренне рада и даже немножечко завидую тем людям, у которых душа поет. И мне кажется, что если душа молчит, то не напишешь ни какого-то более-менее приличного стихотворения, ни хорошей песни. Вот результат того, что ваша душа поет, вот эти сборники, песенные сборники. Ой, вы знаете, эти песни, да, они родились у меня тогда, когда у меня пела душа. Тогда, когда у меня был такой зрелый возраст, это началось лет 10 назад, когда я начала работать в Долинской школе общеобразовательной, ну и у нас там находится музыкальная школа, вот. И увидев то, что детки поют песни народные, и не было у них таких песен к праздникам, вот, я постаралась написать такие песни к праздникам. Ну и, конечно, когда я сочиняла, то, естественно, мне хотелось, чтобы это были красивые песни, чтобы они звучали, и, конечно, у меня в это время пела душа. Вот. И я постаралась эти песни, чтобы они у меня получились, и когда дети поют, вот сейчас в Крем-Рагу, в Киеве, вот, то детки говорят хорошие только пожелания. А вы музыкант по образованию? Ну, конечно, я музыкант по образованию, закончила Криворужскую школу музыкальную, вторую, потом музыкальное училище в Крем-Рагу, оно у нас очень сильное, как музыковед, ну и пианист, естественно. И потом сразу же поступила в консерваторию. В консерватории у нас был композиторский отдел, но как-то я не уделяла внимания специально так. Ну, писали мы то, что нас заставляли. Вот, а песен я не писала. Вот когда только закончила я консерваторию хорошо, даже орган у меня, диплом по органу, фортепиано, музыковед, работала в училище музыкальном, а песни начала писать только в Долинской. Вот. А вот когда, кстати, когда впервые вам захотелось записать ту мелодию, которая родилась у вас в душе? Началось все с песни «Мы все діти українські». Я посмотрели сборники, я пишу все песни на украинской мове. Просто у меня, когда я пришла в школу, в общеобразовательную, и у меня сын пошел в первый класс. И я этих деток, что пошли в первый класс, выбрала самых лучших деток, которые поют, и для них написала вот эту вот песню. А потом дальше и дальше. И вот эта первая песня была «Мы все діти українські». Она такая простая песня, но тем не менее, она подходит для младшего возраста. Там дальше уже пошли песни, они начали расти, и песни начали расти. Сначала с читанок, вот, потом поэты наши долинские, мне очень понравились. Любовь Баранова,
Михаила Радынченко, Людмила Четверык. Да, вот я обратилась. Даже ваши кировоградские поэты. И теперь я уже и с вами знакома. Да, я надеюсь, что, может быть, что-то и мое вам понравится. Я тоже надеюсь, потому что я всегда ищу, мне всегда не хватает, хочется выбрать. Потому что музыка ложится только на те стихи, которые нравятся, конечно, мне. Да, вот, конечно, в песне должно быть органично, и все, и слова, и музыка. И вот я действительно обратила внимание, что вы любите своих земляков, талантливых, можно так сказать, земляков, которые вот дают вам как бы основу для будущих песен. Да, если бы я к ним не обращалась, я не знаю, вот мне даже бывает, были такие случаи, что ну вот к 8 марта надо написать, или к Новому году. Я звоню, говорю, ну можно, Михаила Радынченко, Михаил Лазаревич, можно такую песню? Говорит, ну попробую, или Людмила Четверык. И обращаясь к ним, они всегда мне поддерживали меня. Или Любу Баранова, она мне детские песни, детские стихи, а я писала на них. Вот. Когда-то «Кировоградскую правду» или «Народное слово» я открыла, там стихи Светланы Барабаш, мне очень понравилось. «Засвечу ты их у свечку». Вот. Посмотрела я Антонину... И родилась песня. Да, да, да. Антонину Курень, я только с ней недавно познакомилась, она была на пленэре художников, которые приезжали с Кировограда, тоже у нее очень интересное стихотворение «Вальс для мамы». Вот меня тянет к этой, к лирике. Но хочется молодежного побольше. Так. Ну, это, наверное, потому, что вы работаете директором школы, Долинской школы эстетического образования. Да? Воспитание. Воспитание. Да, да, да. Вот. Вы все время с детьми, кстати, у вас очень интересная работа. И, наверное, эта среда, дети и вдохновляют вас на творчество. Ну, конечно, конечно. Я занимаюсь с ними... развиваю этого ребенка, я смотрю, как он выступает, как он развивается. Мне хочется для него что-то. Вот для Димы Кофтуна мне захотелось написать песню «Я спевак», потому что он, ну, сейчас пока не очень хорошо играет на фортепиано, но поет. Вот. Я думаю, что он дальше разовьется. Я говорю о своей выпускнице Ире Пухальской. Эта девочка завоевала второе место в Кировограде по вокалу. По фортепиано она тоже хорошо шла. Она моя выпускница, ну и так далее. Много очень хороших детей, я не могу для них не писать. Они меня тоже вдохновляют. Ну а что еще вдохновляет вас? Ну, может, сама я переехала с Кривого Рога, работала в Уманском музучилище, говорила. И когда мы приехали вот в Долинскую, вот эта природа, вот эта красота, люди, которые там живут, понимаете, они... такие, ну, открытые, можно сказать. Там много криворожских, вот, и долинчанских, много. Ну, и вы знаете, что строили ГОК у нас, и наши дома, чехи, румыны, там было много, так сказать, людей. Много можно было увидеть, посмотреть, к сожалению. У нас сейчас тяжело, ГОК под вопросом у нас. Хочется, чтобы работали, и будет и мне лучше. И для детей лучше, и для всех лучше. Вот. Но пока вот вдохновляет вот это вот то окружение, та природа, где я живу. Ну а вот все-таки вы вся в работе, с детьми, в семье. Это тоже требует времени. А вот время для творчества. Семья, конечно, забирает очень много времени. Вот, естественно, утром я бегу на работу как директор. Вот, у нас и планерки, и концерты. Вот, завод дела Мирон Иванович помогает немножко. Ну и районо, тоже когда обращаюсь, и директор школы. Ну, а потом сама работа, потому что я занимаюсь с детьми, пианистами. Но когда вижу, что у ребенка голос, я не могу только фортепиано уделить внимание. Я занимаюсь немножко и голосом, хотя сама не вокалистка, но я чувствую, что можно это развить. А потом в дальнейшем, возможно, ребенок и на вокал поступит. Ну а вечером, естественно, семья. Возвращаемся к семье. У меня
сын почти 15 лет, дочери 13 вот будет. Дети у меня хорошие, в общем-то, послушные. Ну, сын как сын, мальчики немножко сложнее, чем девочки. Девочка больше понимает, и она и занимается на фортепиано, поет. Но не так прекрасно, как хотелось бы. Но я ее еще буду развивать, конечно. Мама у меня поет. Мама поет хорошо. Мы в детстве пели всегда, она второй голос подстраивала. Вот. Я ее очень люблю. И когда написала Любовь Баранова стихи «Мамины Жоржины», они очень по духу мне пришлись. Вот. И исполняет их Нелли Антоновна Мартин, у нас сама певица. Вот. Эту песню я очень люблю. Ее полюбили в Долинской. И с мамой мы встречаемся, конечно, не так часто, но почему-то я, конечно, о маме, как о маме вспоминаю, и это не одна песня уже про маму. И для детей есть песни про маму. Там прямо «Мама» называется на украинской мове, на украинском языке все. Вот для детей. Ну вот, а что вам лично дает желание создавать песни, ваше творчество? Что вам дает для души? Ну как же, я с музыкой связана, я же говорю, с самого детства. У меня мама мечтала, чтобы мы выучились. Ей было тяжело. Она нас одна растила, папа в разводе. Вот. И она задалась целью вырастить детей музыкантов. Она видела, что это... В основном профессию выбирают по душе. Вот. Она мне очень нравится, эта профессия. Я ее очень люблю. Люблю детей, люблю свою профессию. Наверное, душевное обогащение мне дает вот это творчество, потому что иначе я бы не смогла бы так. Так я выражаюсь, наверное, в этих песнях. Так я живу. Это они для меня. Ну, жизнь это моя. Вот, работа с детьми, работа с песнями, и мы эти песни поем, я смотрю, детям нравится. Значит, не зря. Да. Не зря я писала. Ну вот диапазон вашего творчества настолько широк, от сольных песен, допустим, сольного исполнения, до хорового пения, до эстрадных песен. Вы еще не определились, или вы просто как-то пробуете себя в этих разных жанрах? Я пробую во всех жанрах, вот, потому что у меня дети разного возраста, и знакомые, и я хочу тоже песни петь, хотя у меня не такой прекрасный голос.
Вот, но я играю, пою для своих. Ваших песен, созданных вами песен, есть такие самые любимые? Естественно, конечно, как же. Я говорила о маминых жаржинах. Засвечу ты хоть свечку. Ну, и каждая песня, я считаю, я ее люблю. Любую песню я возьму в сборничек. Тут «Мала батьковщина» Верши Барановой. Какие тут чудесные слова. «Долинська квітка степу». У нас был конкурс песен про Долинскую. Вот, и мне понравились слова Михаила Лазаревича. И я написала музыку. Сейчас эту песню исполняют мои девочки любимые. Света Кровец и Ира Пухальская. «Мы все діти українські». Это хор мальчиков у меня есть такой. Ну, тут и «Дружная семья» есть. Это как конспект нашей семейной жизни. Вот. Хочется, а вообще, чтобы он продлился. По природе, вот мне хочется докопаться. Вы лирик больше по природе? Наверное, я лирик и, как это сказать, что-то, не скажу, что романтик, наверное. Мне хочется верить, что вот, что все будет хорошо. Вот, я надеюсь на это и в нашей жизни, и для наших детей. Какое сейчас время не тяжелое, но все-таки это все пройдет. В общем, даже я оптимист по натуре. Я надеюсь, что все будет хорошо. Вот вы директор школы, и, естественно, как у директора у вас очень много проблем возникает. И параллельно, вот как вы сочетаете такой серьезный, я бы сказала, ответственную должность серьезную, и вот самодеятельное творчество, как композитор. Вы знаете, творчеством занимаюсь я или вечером, или я жду очень каникул. Вот хорошо, что летом у педагогов есть каникулы. Они все-таки как-то немножко успевают пожить и для себя, а я для своего творчества. Я жду этого времени, вот, и у меня тогда находит вдохновение. Я копаюсь в стихах, выбираю себе или звоню своим любимым поэтам. Вот, и только тогда я успеваю этим заниматься. Ну, я так думаю, что вот эти два песенных сборника, это, наверное, не предел. Конечно. У вас еще много хочется песен, которые не вошли в эти. Конечно, я с каждым годом, с каждым приездом в Кировоград знакомлюсь с новыми людьми, с новыми поэтами. И как не прочесть книжку, не выбрать чего-то. Каждый человек... Поэт, он достоин, и чтобы его стихи прозвучали в песне.
Потому что поэт, он, может, и нот не знает, но душа у него тоже поет. То есть вы, наверное, в поэзии ищете что-то созвучное своей душе, так я понимаю? Конечно, конечно. Я выбираю то, что мне хочется, то, что мне нравится, то, что подойдет детям, взрослым, вот по жизни даже, в жизни. Взять стихи Светланы Барабаш. «Засвечу тиху свічку надії, одягнуся все голубе, заховаю зажуру під її, щоб біль не поранив тебе. Я ласкаві твої долоні притулю до своєї щоки. Моє серце в тривожнім полоні перестане лічити роки. А роки йдуть, минають. От. І все равно в душе ми остаємося такими же, наверное, как и были. Чем увлекается самодеятельный композитор, кроме песен, кроме музыки? Ведь внутренний мир — это намного шире. Я говорила, я люблю свою семью, и я стараюсь как-то детей приобщить. Это все равно связано с музыкой. Вот. Есть у меня, конечно, хобби. Я очень люблю печь, если успеваю. Каждую субботу после уборки я все время пеку. Вот. Люблю консервировать, как все женщины, и пробовать, и у других, и рецепты записывать. Все это мое тоже. Моя дача, как у всех женщин, мои любимые деревья, на которых мы сидим. Вот. И когда я рву там вишни или что-то такое, тоже все у меня так в зелени, в вишне, это все такое романтичное. Угу. Все. А вот литература, музыка, какую вы все-таки предпочитаете? Ну, мы... преподаватели музыкальных школ воспитаны в основном на классике. Классика — это совершенство, богатство, гармония. Вот. Не на эстрадной песне. Это эстрадная, вот сейчас она началась. Даже у нас нет такого отдела. Идет музыкальный инструмент, вот, Бетховен, Бах. Вот на этих композиторах мы воспитаны, на романтиках.